14 февраля, в День всех влюбленных, легендарные Тату представили свою новую песню «Любовь в каждом мгновении». 14 февраля Тату впервые исполнили свою новую композицию, которая получила название «Любовь в каждом мгновении». Премьера трека прошла во время концерта Big Love Show 2014 в московском спорткомплексе «Олимпийский». Интересно, что автором текста песни выступила Лена Кипер, которая работала с Тату с самого начала их карьеры. В записи композиции принял участие популярный российский рэпер Legalize. О том, когда выйдет студийная версия трека «Любовь в каждом мгновении», не сообщается. Очевидцы говорят, что во время концерта девушек представили как Юлию Волкову и Лену Катину. После этого многие поклонники решили, что потенциальный сингл может быть выпущен не под именем Тату. Но не будем гадать, а дождемся официальной информации от артиста.